Ну и пока буксуют расследования по Майдану, старые беркутовские кадры возвращаются на службу, причем на высокие посты и с легкой руки нынешних чиновников. В Днепре разгорается новый скандал. Муниципальную полицию возглавит Андрей Ткаченко. Это бывший командир городского беркута. Почему он прошел переаттестацию и кто помог ему получить должность, путь к которой, казалось бы, для него заказан, узнаем от Елены Миндалюк. Решение назначить Андрея Ткаченко, бывшего командира городского беркута, начальником муниципальной полиции, на выходных принял мэр. Это вызвало бурю возмущения как среди горожан, так и бойцов АТО. Он был командиром Днепровского беркута во времена Майдана, там, 13-14 года. Это такой вот плевок всем тем людям, которые были на Майдане, которые отстаивали его идеалы. Я не знаю, там, на могилы тех, кто там погиб, на тех, кто ранен был. Несмотря на критику, градоначальник менять свое решение не собирается. Во всяком случае, так он сегодня заявил на пресс-конференции. Дескать, лично проверил биографию Ткаченко. В уголовных делах он не замешан, успешно прошел переаттестацию, знает свое дело и поможет навести порядок в городе, уверен Филатов. Большая была заслуга, в том числе его и его подчиненных, о том, что летом 2014 года у нас в городе ничего не взорвалось и не произошло никаких столкновений. Я считаю, что в структуре городской власти должны работать в первую очередь профессионалы. На руководящих должностях в полку особого назначения беркут Андрей Ткаченко был с 2010-го. В 2013-м полковника вместе с подчиненными откомандировали в Киев. Известно также, что он принимал участие в жестоком избиении участников Евромайдана в ночь на 30 ноября. Правда, после тех событий у Ткаченко никто больше не слышал. Из старых почти никого невозможно переучить. Они уже сложилось у них восприятие, что для того, чтобы добиться цели, просто надо человеку физически пояснить, что он не прав. Сегодня энное количество сотрудников муниципальной полиции, то есть муниципальной гвардии, куда он идет руководителем, банально раздумывают о том, чтобы уволиться. Пока официально Андрей Ткаченко в должность не вступил, идет процедура оформления, но уже в среду его представят коллективу муниципальной полиции. Елена Медлюк, Евгений Кондисов, подробности, телеканал Интер, Днепр.